Спасибо. Привет, товарищи! Друзья, добрый вечер! Здрасте! Смотрите, за одну песню уже два букета. Спасибо большое. Ай, как приятно. Слушайте, на самом деле, действительно, Кирюха, Кирилл, ты же не знаешь, но мы тебе рассказывали. Раз в 5 лет в городе Москва мы устраиваем домашние посиделки. Они выглядят, смотри, вот так вот. Весь Крокус Сити Холл полный наших друзей. Мне кажется, надо встречаться почаще. Андрей. Андрей, секундочку, у меня... Подожди, один вопрос. Друзья, кто на нашем концерте первый раз? Поднимите руки. Ну, нормально. А кто был уже и видел нас во всех состояниях? Че пришли? Че пришли, да. Но в любом случае, спасибо большое, потому что снова единение, снова... Вы знаете, когда вот мы начинали в конце 90-х, это была Иваномания, истерия. Люди, девчонки бросались, вешались, сторожили, догоняли. А сейчас пишут в Инстаграме или в соцсетях, ой, наконец-то я вспомню свои 12 лет. Ой, как же я хочу поностальгировать. Как же я хочу окунуться в школьные годы, когда дневники были только Иванушки. У всех девчонок в классе были дневники из Иванушек. Кого-то любили больше. Кирилла любили больше всех. Он у нас всегда был героем-романтиком. У нас... Нет, ты не прав. У нас всегда была у каждого своя публика. Да, а, да. Меня Кирилла любили первые ряды, меня середина, Сорина... Ну да. А я в это время покупал тетрадки. Конечно, сынок, конечно. И любил больше Кирилла. Ребят, ты вчера... Кирилл, ты вчера был какой-то не очень рыжий, ты вчера черный был. Чуть я не... тебе потом мы расскажу, промолчим, что со мной да. произошло этой может ночью. Быть, может быть, начнем? Думаешь? Да, конечно. Ну, давайте уже окунемся. Друзья, вы готовы? Ну, давайте. Мы волнуемся. Как говорит Арнольд Шварценеггер, вспомним все. Как сон, ла-лай-лай, бандеройку
в карниз руки. Спасибо. Спасибо.